Дамы и господа, все ближе и ближе два главных поединка вечера. А сейчас вашему вниманию трехраундный бой в легчайшем весе и первым в клетку. Добро пожаловать, боец из Казахстана! Встречайте, Досбол Елекен! С большим удовольствием представляем казахского спортсмена Досбола Елекена по прозвищу Казах. Неплохой опыт выступления в профессиональных смешанных единоборствах. И вообще надо признать, что как-то самому последнее время редко доводилось объявлять именно казахстанских спортсменов, поэтому с большим удовольствием это сейчас сделаю. Боец, который идет на серии из трех побед в лучших лигах своей страны и вообще поездил достаточное количество и посетил промоушенов. Первое появление в рамках Аблай-ФС Жекпи-Жек, и там выступал дважды с Атбеку Эсенгельдину. Далее длиннющая победная серия, опять же, в рамках и Найзы, и Триумфайтс, и Стар-ФС. Причем с большим количеством побед в первых раундах. Очень хорошо дружит с борьбой Досбол. И далее проигрывает Дамиру Таленову и Федосееву подряд. Вновь побеждает, вновь проигрывает. И вот сейчас выровнял, скажем так, пульс свой бойцовский в Валашпрайде. Провел два боя и третий в Найз-ФС соответственно. В общем, во всех трех случаях победил в первом раунде. 4.45, 4.28 и 2.03. Может быть, и возьмет это за правило и попытается продолжить эту победную серию, также завершить все буквально в первом отрезке. Добро пожаловать в клетку, боец из России! Встречайте Гусейн Халиков! Гусейн Халиков на ваших экранах, 32-летний барнаульский боец из команды «Стрела». Гусейн – чемпион России по карате, чемпион вооруженных сил по армейскому рукопашному бою. По профи в ММА провел уже 17 поединков. Начал 10 лет назад и в дебюте сразу же нарвался на Мурада Магомедова, который ныне уже рвется в UFC. А Гусейн эту встречу проиграл, но потом выдал 4-матчевую победную серию, которая привела Халикова в ACB. Однако выиграть у Фатхиддина Сабирова не получилось. Следом был еще один удачный период в карьере Гусейна. 4 победы, 1 поражение. И старт уже здесь, в OpenFC. Тут были как взлеты, так и падения. В активе у Халикова роскошные нокауты во встречах с Артемом Остряковым и Белеком Алиевым. Первого пробил по корпусу, второго достал фронткиком. Победа же гильотины над Байером Асалхановым вывела Гусейна на титульный бой с Макбеком Асканбаевым, который недавно уступил Шишкину. Но с Гусейном не справился Халиков. Итак, знакомьтесь, боец в синем углу. Ему 26 лет, рост 170 сантиметров, вес 61,7 килограмма. Профессиональный рекорд 9 побед, 7 поражений, все победы одержаны досрочно. Он чемпион Казахстана по Жек-Пежек и двукратный чемпион Казахстана по Панкрасиону 2017-2019, представляющий клуб имени Пауэржана Момышулы из Уральска, Казахстан. Приветствуйте, Досбол Елекен! А вот и его соперник в красном углу. Ему 32 года. Рост 168 сантиметров, вес 61,7 килограмма. Профессиональный рекорд 12 побед, 5 поражений. 8 побед одержаны досрочно. Он чемпион России по карате и чемпион вооруженных сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою. Представляющий «Стрела» Тим Барнаул, Россия. Приветствуйте, Гусейн Халиков! Рефери поединка Рустам Абдуллаев. В
Хусейн Халиков против Дасбола Элегена. Легчайшая весовая категория. Рейтинговый поединок. Так, смотрим. Хусейн в красном углу. Дасбол в синем. Довольно низкая и широкая стойка у Халикова. Опять же, чувствуется база карате. Ногами здорово бьет. Этот боец, первый лоу-кик от него. Здорово переключается между стойками, даже так, немножко попугать, попытаться, вернее, напугать соперника, запутать. Дасбол стремится организовать такой прессинг без ударов. Занял он центр и тейкдаун навстречу. Браво, Хусейн. Очень хороший перевод. Сможет ли удержать? Вот в чем вопрос. Поработал с рукой над корпусом. Тут же добавил локоть на коротке. Колено в корпус. Здорово. Элеген показывает, что нет-нет-нет, ни в коем случае здесь никакого одностороннего поединка вы не увидите. Хорошо поднялся, развернул оппонента. И вот на исходе первой минуты противостояния пытается еще и поймать вот за это колено, которым наносит удар Халиков, и дальше уже организовать собственный перевод. Вспоминал я про поединок Хусейна и Мактыбека Асканбаева, экс-чемпион уже Open FC. Так вот, тот бой дошел до решения, и, как вы наверняка знаете, у Асканбаева очень хорошая борьба здесь. Шикарный подхват от Хусейна. Так вот, в данном поединке именно на борьбу пока делает ставку Халиков. В той встрече ее не хватило, здесь пока все нормально. Ну и также отметим, что на данный момент титулом владеет Сергей Шишкин. Он выиграл у Асканбаева в очень драматичном поединке. Там первый раунд проиграл, потом начал постепенно прибирать инициативу к рукам. Может быть, мы увидим бой и Халикова с Шишкиным. Но теперь очередь длинная. На встречу с Сергеем. Коленями работает Элеген. Ну и опять же, о поединке Халикова и Шишкина можно будет говорить в случае, если он сегодня выиграет. Две минуты, скорее всего, он забрал в борьбе в первую очередь. Плотно очень работает Халиков, не дает пространства, не дает здесь развернуться. Приходится работать под прессингом, очень тяжелым Элегену. Хватается за соперника, по-прежнему его плотно держит. Еще одно колено от Халикова. Ну и я думаю, что впору Абдуллаеву так временами намекать на большее количество активности в этом состоянии, в стойке. Но не пришлось, благо. Вновь есть дистанция. И вот так вот в одну ногу аккуратно пошел, но не рассчитал Халиков. Ой, какие-то проблемы, по-моему, да, возникли. Были болевые ощущения у Хусейна. Вынужден он отступает и опять бросается в одну ногу. Хороший перевод. Сможет ли здесь разобраться в ситуации? Да, определенный дискомфорт явно присутствует у Халикова. Хотя так хорошо все начиналось для него. Как здорово цепляется, смотрите, за ногу. Пытается подкрутиться, перевести, еще и оказаться сверху. Но здесь будет корпус открыт, конечно, тяжело. Еще антропометрические показатели такие высокие. Да, будет здесь прошивать. Но Дасбол выше. У него есть возможность вот так с высоты собственного роста доставать по корпусу. Гард. Головой нельзя бить. Нет, нет, ни в коем случае. Давить можно. Создавать дискомфорт, безусловно, но ни в коем случае не наносить удара. Слишком это травмоопасно. Чуть выше корпуса, и все, можно по голове попасть. Хаммерфист, локоть. Предплечье получилось. С оттяжкой не очень плотно получается работать пока Элегену. Но очки он набирает в любом случае. И таким образом раунд у нас разделился на две части. Первая за Халиковым, вторая за Элегеном. Но здесь еще и урон есть какой-никакой. Да, здесь кажется, что все-таки вот если вторую вот эту половину берем от Элегена, вернее, то гораздо более весомое, скажем так, преимущество. Сейчас будет минута на отдых.
Влади, попробуй стыкануть. Толчок! Что, успеет еще один удар выбросить или нет? Легенд нет, не успеет. Лес. Моя вода. Абсолют Баланс. Это бренд, который заботится о вашем благополучии и балансе. Мы предлагаем широкий ассортимент высококачественных биологических активных добавок, которые помогут вам поддерживать здоровье и активный образ жизни. Наши продукты разработаны с использованием передовых технологий и самых лучших ингредиентов. Мы тщательно подбираем все компоненты, чтобы обеспечить максимальную эффективность и безопасность в каждом из наших продуктов. Официальный партнер Лиги Тюмень Про ММА – Сова Недвижимость. Весь спектр услуг с недвижимостью – покупка, продажа, строительство. Агентство с сибирским характером. Итак, впереди второй раунд. Гусейн Халиков против Дасбола Элегена. Событийным и содержательным получился первый раунд. Традиционный прессинг уже от Дасбола на старте из центра. Будет ли работать ногами активно Халиков? Или все-таки есть определенные проблемы? Там покраснение на бедре, посмотрите, слева у Гусейна. Но перемещается пока неплохо. Вынуждает его поджиматься. Дасбол. Ну и прочувствовал также Элегент, что пробил он здорово по корпусу в первом раунде. А вот этот Гусейн попал, повело немного Элегена. И что, неужели вот так все закончится? Сориентировался в ситуации Элегент и сумел провести тейкдаун. Как же, наверное, сейчас обидно Халикову. Был близок. Локтями нужно здесь аккуратнее работать. Хорошая возможность была, потому что зацепил и дальше развивай с удовольствием. Сейчас ноги под бедра вставил Гусейн. Ищет возможность для того, чтобы подняться. Готов отдать спину, рискует. Халиков, но поднимается. Разжал захват. Еще и руку просунул левую под подмышки сюда. Не дает возможность это. Да, и Гусейну кричат сейчас, ему нужно восстановиться. Да, он сжигает сейчас это время. А Халикову как раз нужен перевод или дистанция, чтобы нанести еще 1-2 удара. С томпами можно работать, но выбирает Гусейн другую тактику. Бьет по бедро. 3-20. Две минуты, Гусейн. Две минуты. Слушает внимательно свои подсказки Дасбол. Активность колена в корпус хотя бы бей. Колено хорошо. По коленям побей. Хорошо. Еще один удар по внутренней стороне бедра. Правая рука. Колено, рука. Понятно, что контроль стойки здесь считается Халикову. Но опять же, он не имеет какого-то большого значения. Времени много, активности мало. Ничего страшного, прижми таз туда, воткни. Резко. Неплохо слушает, да, Халиков? Свой угол. Переборол здесь, забирает спину. Здорово. Очень слитно, хорошо действует. Выбивает опору. Вот очень опасно локтем, кстати, может работать Элеген. Ну и можно вот ногой подбить правую ногу Элегену, но разобрался там в ситуации Дасбол. Тем не менее, еще один перевод запишут в актив Халикова. Да, вы слышите, как ведут, как подсказывают. Буквально такая пошаговая стратегия от секунданта. И еще один удар по бедру от Гусейна. Всего 12 побед и 5 поражений у Халикова, при этом 7 побед нокаутом. И в этом раунде он вроде бы потряс Элегена, но затем развить успех не сумел, пришлось бороться. Здесь перехватывает инициативу Дасбол Элегена. Долго ли? Вот после того, как Конор Макгрегор в свое время начал пробивать плечом в бою с Дональдом Серроне, этот элемент стал таким мейнстримовым.
подобных ситуациях. Хорошо. Давай, 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 работай, Гусейн. Правой рукой сбей. Вновь работа коленями в этом положении. Такая в час по чайной ложке, если уж выражаться образным языком. Но вот едва-едва не закинул голову в область головы. Халиков опять на оттяжке. Здорово! Ударил сам и пропустил достаточно тяжело. И вот здесь может решиться очень многое, на самом деле, буквально 40 с лишним секунд до конца второго раунда. Старается держать руки на уровне. Леген выжидает Халиков. Ищет момент для атаки Гусейн. Поджимает, мало пространства за спиной у Халикова. Машет левой, мимо. И не бьет ногами. Халиков неплохо на уклоне. Забирает корпус. Все-таки борьба. Виснет всем телом, в общем-то, на Легене. Опять работает коленями в этом положении. Ничего нового. В данном случае только дазбол, наверное, разворачивает. Но не доборет. Официальный партнер Лиги Тюмень Про ММА. Федеральный застройщик «Страна Девелопмент». Строить дома, в которых хочется жить, и торговые центры, в которые хочется возвращаться. Информационный партнер Лиги Тюмень Про ММА. Радио Маруси ФМ. Новые русские хиты слушайте на 90.4 FM в Тюмени. Самая русская музыка, самый качественный звук. Маруси ФМ. Вчера в студии, сегодня в эфире. Официальный партнер Лиги Тюмень Про ММА. Федерация смешанного боевого единоборства ММА Тюменской области. Официальный партнер Лиги Тюмень Про ММА. Спортивный клуб «Шторм Тюмень». Третий раунд. Итак, третий раунд. Гусейн Халиков против дазбола Легена. Прелесть этого противостояния заключается в том, что невозможно предугадать, в каком ключе развернется любой из этих отрезков. Способен каждый из них вообще придумать все что угодно. И нокаут, и в том числе борьбу. По икре. Боковой удар. Если же говорить именно о самых сильных и серьезных попаданиях в этом поединке, то все-таки удар Гусейна в начале второго раунда запомнился больше остальных. Вот опять пытается зацепить хорошим попаданием Халиков. Март Элиген по корпусу достал. Руку левую подними, подвигай, подвигай. Дазбол не борется, пока не борется. Думай и покажи уровень. Уровень имеется в виду не вообще, а уровни атак. Меняй, обманывай, финти. Ух, плотное колено, а легитимно ли там все было? Пока да, раз уж у нас пополам не складывается Халиков, значит все в порядке. Контроль стойки. Да, любопытно, что вот мы подобную историю видели в предыдущем раунде, только в разных ролях находились парни. А вот теперь Легенд с такой силой и воодушевлением работает коленями по ногам, по корпусу пытается достать. Там уже раз 5 или 6 пробил, плечом себе здесь еще помог. Такое положение дел не может устраивать Халикова, необходимо ему выбираться. Паузу берет Элиген. Перехватил инициативу. Гусейн Халиков почти достал. Неплохо. И здесь вспомнил, что можно и рукой побить, почему бы и нет. Но Элиген мгновенно меняет положение дел. Можно здесь вырваться. Баланс. Здорово. Да, да, да. Как поймал все-таки Махач в паре за ногу, да? Ну да. Ну уровень все-таки
при всем уважении, у Махачева выше, конечно же. Полраунда. Да, борьбу забрал Элеген в этом раунде. Здорово. И справа, и слева попал Халиков. Опять же, урон важнее всего. Остается очень быстрым на руках. Здорово Гусейн работает. Вот так взрывается. На скачке подлетел сам, но очень опасно остался на дистанции. Необходимо двигаться. Нельзя отстаиваться Халикову. Понятно, что сил уже мало. Просторонние стойки левши работает. Досбол на выходе. Опять слева зацепил, пусть и вскользь, Халиков. Побыстрее все-таки Гусейн с точки зрения ударной техники. Заход в борьбу уже от Халикова. Посадка не получилась, давление осталось. Подержи, поработай. Ногой Петро побей, ногой Петро побей. Ну и закончится, может, это как раз работой возле сетки. Длительной, с переменой мест. Стомпы. А, вот, собственно, да, Давлад. Хорошо, вот... хорошо, умница. Минута 20, Гусейн. Работаешь хорошо, поработай. Активность нужна. Да, Шараф Давлатмуродов, прошу прощения, подсказывает из угла. Хорошо, правым коленом. Петро. Да, Шараф вообще, на самом деле, в качестве секунданта работает просто великолепно. Да. Читает бой отлично, все чувствует. И здесь есть тейкдаун, но без дальнейшей борьбы тут же бросается в корпус Халиков. Да не так давно Шараф и сам выступал, правда, выиграть у Анатолия Токова не получилось. Интересно, где будет дальше выступать Шараф. И тяжеловато, конечно, уже Гусейну видно... Руки подотпустил, подышал, и вот здесь они опять опускаются ниже. Хорошо, правый снизу, здорово. Все-таки с прицелом порядок у Халикова. Ну и как удар держит Элеген? 20 секунд, времени уже мало. Абсолютно на ногах постоянно находится Шараф Давлатмуродов. Вертушка здорово. Колено очень опасное здесь могло быть от Элегена. Не стал он бить. Вот теперь отметка в 10 секунд. Защищается Халиков от колена. Наносит удар сам. Все, все, время вышло. Хороший бой, содержательный, тяжелый для Гусейна Халикова. Вполне вероятно, что первый раунд отдали Досболу и Легену, а второй и третий отдали Халикову. Добро пожаловать, президент Лиги Опен ФС Александр Гурьянов, вице-президент Лиги Сергей Гордеев, боец Лиги ЛФА, руководитель профессиональной команды «Стрела Барнаул» Шараф Давлатмуродов и коммерческий директор «Сова недвижимость» Ксения Костылева. Ну да, там целая делегация отправилась. Мы как раз с Алексеем Володиным смотрели фотографию, в каком составе поехали парни. В качестве «Стрелы Барнаул», там и Руслан Габараев, также очень крутой боец, топовый боец ИСЕЙ. Ну и осталось, в общем-то, дождаться результатов. Так, слушаем. Итак, дамы и господа, по завершении трехраундового боя единогласным решением судей победу одержал Гусейн! Гусейн Халиков выигрывает в этом противостоянии. Аплодисменты его сопернику Досбол. Кстати, Габараев там тоже присутствовал. Поздравляем Гусейна. Тяжелая победа, очень важная победа. 13-я уже в карьере. Фото, общее фото. Слово победителю! Добрый вечер, Тюмень. Всем ассаламу алейкум. Крайний раз
Я у вас в Тюмени был в 2013 году, Кубок мира проходил, будучи каратистом. Очень многое, очень сильно в городе поменялось. Спасибо, тюменцы, вам за такой прекрасный турнир. Женя Бондар, наш товарищ, благодарю, что ты делаешь молодым такой вечер. Я старичок, эмоции мои меня не оставляют, поэтому спасибо вам огромное, за эту мне возможность. Руководитель лиги, спасибо моим бомбурцам, Шарафу, Руслану, Саня, братуха, от души. Сейчас, минуту-две дайте, я хочу сказать. Крайний раз мой бой, ход был 5-раундовый, не очень хороший удался. В первом раунде я сломал ребро. Ребята знают, и так дрался 5 раундов. Серега, братишка, выходи сюда. Ты мой товарищ, ты мой приятель. Но я думаю, 5 раундов нам не помешает. Когда я буду отличным, боевой готовности. Сегодня я был 50%, но я выложился. Когда вижу молодых, как они тренируются, мои амбиции мне не дают покоя, хочу конкурировать с ними. Пойдем, заходи. Вчера здесь говорили, что он недостойный чемпион. Он очень даже достойный. Этого крепкого киргиза. Он чистая победа, 5 раундов он заслуженно забрал пояс. Теперь я хочу с молодым чуть посопорничать своего послушного позволения. Сентябрь, Барнаул, думаю, тебе времени достаточно. Чисто братский такой 5 раундов. Ничего личного. Очереди стоять не собираюсь, так что не говори, стой очереди. Здесь нету никакой очереди, брат, чуть-чуть другие планы. На Барнаул у меня просто на сентябрь планируются другие, да, бои. Если, брат, если мотивируют меня на этот бой, готов хоть в Барнауле, хоть где. Смотри, тебе всего лишь 20-21. Ты говоришь, мотивация, деньги, да? Вопросов нету. Я тоже делю за интерес. Чуть-чуть меньше, может, тем тебе заплатят, чем просто. Ой, ну я думаю, можно сделать. Старичка можешь побить, попробовать. Я тоже буду конкуренцию мощнейшую давать. А так поздравляю с победой. Всегда готов. Я думаю, мой менеджер договорится. Я думаю, да, однозначно мы сделаем команде Сергея Шишкина интересное финансовое предложение, Сергей. И ждем решения твоего и твоей команды в ближайшее время. С тобой выходил чемпион, он из 3-4 выставил категории. Он меня тоже, пускай заочно, но знает. Он знает, я могу вызывать, конкурировать. Поэтому, let's go. У тебя он, у меня Шараф. Let's go, поехали, проблем нет. Так. Самое главное, если... Подождите секунду. Если ты имеешь в виду Анатолия Малыхина, самое главное пожать ему руку первым, чтобы выиграть. Сильный, достойный человек. Тем более, мы сильные отдали. Можно мне сказать, кому я хочу слово благодарить? Слушай, все, уже вышли с эфира. Минуту, пожалуйста. Брат, вышли с эфира. Закиркин Олег Владимирович, Краснодар. Лишенко Михаил Евгеньевич, Армавир. Вам спасибо, что даете мне Руслану соревновать. Всем салам алейкум.